Хай, чек, с вами Голубчик. И это конкурс. Короче, это крутой конкурс, и сейчас я вам расскажу условия. И еще я хотела сказать огромное вам спасибо. И главный вопрос, успею я сделать вторую серию. Не будем о грустном, и давайте перейдем к самому конкурсу. Третье место. Пиар и арт. Второе место. Арт и участие в мультфильме «Как пасхалка». И, наконец-таки, первое место. Конечно же, арт. И участие в мультфильме как второстепенный персонаж. Для тех, кто не понял. Если вы получили второе место и стали как пасхалка, то вы будете или игрушкой, или плакатом, или книгой. Ну, короче, как хотите. Если вы получите первое место и станете второстепенным персонажем, то вы уже будете как человек, который, возможно, даже будет разговаривать с моим персонажем, но вы не будете влиять на сюжет, но все-таки вы будете существовать в этом фильме как персонаж. И да, чтобы никто не обижался, я оставлю обязательно вас ссылку в видео в будущем. И плюс небольшой дисклеймер. Я не хочу никого оскорбить этим видео. Если вы не попали на первое или второе место, простите, это только мое мнение. Этот конкурс будет идти до 20 мая, ну или же 21, то есть послезавтра или послепослезавтра, смотря на ситуацию. Самая главная часть. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, вы должны нарисовать арт. Арт моего персонажа с посохом. И да, вы можете нарисовать его где угодно с любой магией, чтобы посох был где угодно, опять же, он мог его по-любому держать, ну и все такое. Если хотите, можете добавить себя на этот рисунок, но это уже по желанию. Изменять одежду и вид посоха нельзя, зато можно изменять стиль. Всем удачи и всем пока!